Ну что, друзья, всем привет. Смотрите, станочек 28. Честно говоря, немножко его ненавидел, потому что не понимал, для каких целей его использовать, потому что, ну, никаких вариантов он мне не подходил. Сейчас получается интересная ситуация. Выпускаю продукцию цветную, и в целом она вся идентична, вся совпадает, вся все хорошо делается. Качество цветов стабильное, то есть все, что я задаю, все выполняется на данном оборудовании. Здесь, смотрите, кстати, красный, желтый и черный, три цвета. Обалденно. Но это один вид продукции. Опять же, чтобы понимали, использую как основной станок, я его не буду использовать, только лишь как дополнительный. Вот, в чем есть плюс. Есть, естественно, минус, не без этого, не без минусов, это время гравировки составляет одного жетончика порядка 10 минут. Но с другой стороны, смотрите, что мы здесь можем предположить. 10 минут один жетончик. С учетом перекладки, там, скажем, вот 11 минут. Там перекладки, выкладки и все остальное. Если эту тему делать в течение дня, то мы получаем в среднем 5,5 жетончиков в час. То есть умножаем на 10, получаем примерно 50 жетончиков, ну, скажем так, сложной формы. Либо, скажем так, полной цветной заливки. Параметры там не все, конечно, понятное дело. Вот эту тематику, возможно, я полностью разжую, выложу всю на обучалке. Вот, отдельно будет тема про мопы с контролем Q-пульсом. Отдельно будет выложена там папка со всеми наработками по цветам, по станкам 30M7 GPT, по GPT 60M7 и по станку GPT 20M8. С учетом, опять же, этих пакетов там будет все выложено. Вот, ну и, соответственно, эта вся информация будет находиться на обучающем материале. Вот. И опять же, для понимания большинства ребят, ну, это для тех, кто сейчас смотрит, новички, кто вообще не понимает, о чем идет речь, не думайте о том, что вы покупаете себе оборудование, любое оборудование, и сразу начинаете делать цветную гравировку. Кстати, прикольная тема. Когда частично недоделано, глаза вам торчат. Вот. Есть ошибка, одна из главных, ну, начинающих, опять же, гравировщиков. Они думают, куплю тебе станок, возьму себе линзу 300x300, и на этой линзе буду делать все. Просто сейчас пошли запросов, там целая куча, и все хотят именно вот линзу 300x300, на ней хотят работать и выполнять все свои задачи. Вот, ну, вряд ли это у вас получится, говорю сразу. А так, конечно, тема, блин, прикольная. Вот, ну, не знаю, мне, по крайней мере, этот макет больше зашел по поводу цветов, как он выполнен, как он вообще сделан. Классно, сейчас покажу другие варианты, тоже интересные. Возможно, когда-то вот этот макет я его допилю, потому что мне не нравится вот эта рубашка, она какая-то розовато-фиолетового оттенка. То есть спереди это красный, и волосы у него, блин, блестят, потому что тоже сильно бесит. Но макет тоже прикольный, ну, хочу его допилить все-таки до ума. Вот, и аналогичный макет. Наверное, это неудачный был пример, скорее всего. Сейчас найду. Хотя, да, здесь висят бракованные жетоны, поэтому можно не удивляться качеству гравировки. Вот. Тоже тренировочный душнило. Да, давайте, раз такое дело, сразу туда, для тех, опять же, кто только втягивается в эту тему, для понимания, вот это сделана гравировка на станке GPT серии LP. Ну, по параметрам, вот, если видно вам, хотя где-то я выкладывал эти таблицы неоднократно, вот они, частоты идут с левой стороны, сверху идут скорость, снизу мощность. Вот. Но не такие сочные, не такие яркие. Понятное дело, что жетоны здесь идут разные. Этот у нас лазером зашлифован и заполирован. Но это мопа. Мопа всегда была сочная, насыщенная и стабильная в качестве цветов в этом плане. Но и опять же, надо понимать четко, что не всегда даже самая, та же самая мопа. Слева, видите, она идет без матирования цвета. Справа идет с матированием. Баловался, подбирал параметры. Ну, тоже довольно-таки интересные варианты получаются. Не вспомню, что у нас нету. Кстати, спасибо за железки спонсору из Ростова, нашему, как говорится, клиенту. Так что, кто хочет браться за цветную гравировку, должны понимать четко, что для серийной темы она подходит хорошо. То есть для какой-то индивидуалки, для розничной, скажем так, ну, по одной, по две штучки делать не вариант, потому что вы перепортите целую кучу жетонов и не добьетесь результата хорошего.
Либо, скажем, там у вас пришли делать заказ, вы на муду ходите сначала с макетом, потом с жетоном, потом там, ну, много других нюансов, которые я вам, ну, лично сам не рекомендую. Я взялся только лишь за серийное производство и индивидуалку я никакую не выполняю. То есть индивидуалку могу для себя побаловаться, не более. Вот. Ну, у нас что здесь? Время прошло уже почти 10 минут. Черный цвет добивается у нас. Да, долго, согласен. Тут даже вопросов не возникает по поводу скорости гравировки. Но того стоит. Ну, реально приятно иметь такие жетончики. Все, ребят, как всегда от вас вот такой лайк. Вот. Отдельно сниму обучалку про мопу 20М8, 30М7, 60М7. И сейчас придет мне в мою мастерскую лично под мои нужды. Опять же, ребят, повторюсь, для тех, кто не понимает, у меня два станка сейчас стоит. 20М8 и 50LP, на которых я работаю. На остальные станки они не задействованы, они не работают, просто лежат у нас на складе, там, где идет реализация. И придет станок 100М8 под мои личные нужды, он будет тоже запущен в работу, именно в работу, не для продажи пока.